Без плаща, как вы видите, я сегодня в рубашке и очень, как это, казуально выгляжу. У нас 20 минут, да? Да. Значит, я не очень люблю презентации, если честно. Вот это у меня будет третий раз за год, когда я рассказываю со слайдами что-то. Поэтому меня простите, если что. Но я готов вам дать возможность позадавать вопросы. Если вам интересны вопросы, я не слышу. Да, отлично. Я тогда оставляю там 7 минут на вопросы, и мы будем в таком живом режиме общаться перед обедом, чтобы вам было веселее и интереснее. Пока рано вопросы. А, вы просто встали. Хорошо. Скажите, вот так можно кричать, о чем интереснее послушать? Вот из того, что вы видите. Вы видите ВДНГ, вы видите Unit City, Radar Tech. Unit City, потом ВДНГ, потом все остальное. Правильно? Хорошо, так как слайды я помешать не могу, то я вначале быстро про ВДНХ пройдусь по результатам, потом долго по Unit City, потом чуть-чуть RadarTech и вопросы. Все, ровно 12, погнали. Значит, мы управляли ВДНХ 21 месяц. За это время мы сделали следующее. Так. Так. Ха-ха, вот оно. Значит, ребята, походу будут только вопросы, я вижу. Ага. Что такое ВДНХ? 300 гектар, 22 памятника архитектуры, пятый по величине экспоцентр в мире, чтобы вы понимали. Когда мы пришли, у нас были заблокированы счета, у нас не было тепла 8 лет. Это все наше было хозяйство такое большое. Это все государственный объект огромный, который на сегодняшний день остался государственным. Почему у нас создан ВДНХ, друзья мои? Это, кстати, по поводу того, как важна воля. Для того, чтобы созидать какие-то проекты. Созидать. Вот видите фамилию? Это Сталин. И 13 сентября 1949 года он принял решение, что в Украине должен появиться инновационный центр. Это мы сейчас его так называем, безусловно. Это мы уже в 21 веке. А в то время это называлось выставка народного хозяйства. И все, что связано с экономикой, современными технологиями в нашей с вами стране, это должно было быть там, на ВДНХ Голосеева. Чтобы вы понимали, что такое 49-й год, это вся Западная Украина в войне, Крещатик лежит в развалинах, и вдруг большевики принимают решение строить инновационный центр. К тому, что как важно вовремя принять решение и показать стране, что мы будем про экономику, про развитие, про какие-то новые инновационные технологии, стартапы, возможно, на то время какие-то сельскохозяйственные и прочее. Движемся дальше. Значит, из конца в конец, вот отсюда сюда, идти час 10, чтобы вы понимали, какая это огромная история. Половина Трусковца, Трусковец 700 гектар, ВДНХ 300. Быстренько кликаю, не получается быстренько. Заблокированные счета рассказал, чтобы было понятно, у нас просто было холодно, ничего не топилось. То есть с октября по апрель умирало предприятие полностью. Значит, реально ли превратить центр в инновации? Мы с Максом Яковером пообещали, что это реально. Сумасшедшие ли мы? Мы это поняли через неделю, когда пришли, что мы сумасшедшие. Потому что нам не дали возможность провести, естественно, аудит. До нам пришлось уже по факту столкнуться с тем, что у нас ничего нет. И денег государственных у нас тоже нет, что очень важно. Мы не потратили ни одной копейки государственных бюджетных денег. Все проекты, которые мы сделали, сделаны за счет реинвестирования денег, которые мы заработали во время управления предприятием. Аплодисменты. А, оно притормаживает, ребята, оно без меня живет. Я не нажимаю, смотрите. Что происходит? Или вы сами листаете, да? А, вы сами листаете? Отлично, я понял, зачем мне эта нужна фигня. Значит, а можно вернуть на слайд, где по поводу вот еще? Еще, еще, а, еще, вот. По поводу того, вдруг вы будете управлять государственным предприятием, друзья мои, единственный способ спасти убыточное предприятие и сделать его прибыльным, мы сейчас листаем торжественно, перестать воровать. Но там на самом деле вместо слова «воровать» было другое слово, грубое, потому что в стране у нас так все и происходит. То есть воровать это чуть-чуть, а то, что происходит, это уже большие размеры, его нельзя говорить вслух при таком стечении интеллигентных людей. Но именно это и происходит. Вот прекращайте это делать, у вас в предприятии плюс 40% оборота сразу же. Это много. Мы сделали, увеличили оборот нашего предприятия в 2,5 раза и реализовали кучу проектов. Листаем проекты.
увеличили зарплаты на 40%, создали 2000 новых рабочих мест, наших и вокруг, отремонтировали павильоны, привлекли 150 миллионов частных инвестиций, идемте дальше. И вот сейчас проекты. Давайте. Smart City Hub, все инновации города у нас на территории, то есть коммунальные предприятия коммунальному какому-то собственности не смогли предоставить, у нас нашлось место. Идемте дальше. Павильон номер 39, это hard coworking такой, где можно сделать табуретку своими руками и подарить ребенку. Идемте дальше. Концерт-холл на 1200 мест, это тоже у нас. Вартовий мрий и Дим Темничих пригод, и еще куча разных проектов, концертов теперь происходит у нас. Дальше. Зимова Украина, 500 000 человек. В 2015 году идемте дальше. Атлас Викенд, 100 тысяч человек у нас на территории. Это тоже было сделано. Это такой мини-зигет. Идемте дальше. Причал номер 38. Это центр развлечения, отдыха и спорта, который проинвестировал частный человек. И теперь есть возможность с 7 утра заниматься плаванием по самому дешевому тарифу в городе. От 30 до 50 гривен. В зависимости от того, вы ребенок или нет. И с 11 утра уже начинается тариф для развлечений. Идемте дальше. Live Love, спортхаб, вы знаете, видимо, да, это проект, который сейчас приходишь, ты говоришь, я не умею плавать, тебе говорят, за 2 месяца ты поплывешь километр. Это тоже у нас, наши друзья вместе с нами организовывают. Идемте дальше. Парк качель, самый большой парк качель в стране, 1 гектар тупо качели. Очень, да, вы будете удивлены, это очень тупая идея, вы правы. И мы ее придумали, гордимся очень, вместе с нашими партнерами со Starlight, отдали гектар под 100 различных качель и сделали их бесплатными, чтобы был якорь, да, как бы. Оказалось, что когда на третий день нам позвонили, охрана мне позвонила в 1:30 ночи и сказала, что очередь на качели в среду ночью. А в четверг оказалось, что 4 качели сломали, 2 украли, качели вынесли куда-то, я не знаю, кому нужна качель поломанная. Ну, короче, мы решили ее оградить и сделать флэт-тариф детям бесплатно до 140 сантиметров, взрослым 30 гривен, заходи гуляй. Ну, короче, всем хорошо, все здорово, еще и тут заработали денег. Идемте дальше. Аренда велосипедов, электротранспорта. Первый в стране у нас открылся большой велокарпат, велопрокат такой вместе с Цитрусом. Молодцы, инвестировали кучу денег. Вот все, что было на тот момент очень дорого, у нас можно было все было попробовать и покататься по огромной территории. Идемте дальше. Робот-центр, как могли, открыли. Костя, наш партнер-инвестор, инвестировал в 4-й павильон. Приходите в гости, там можно все попробовать. Идемте дальше. Телепорт 360, наша гордость, в том здании, где на вершине сейчас стоит женщина со снопом, 10-й павильон, там должен был стоять Сталин. Но в момент стройки остроила ВДНХ 30 тысяч пленных немцев. Это правда. О, Сталин немножечко умер, и решили поменять в срочном порядке фигуру Сталина на другую. Поставили женщину со снопом, так там в нем купольный огромный зал. В этом зале открылся купольный кинотеатр «Телепорт 360». Красиво, можно смотреть научно-популярные фильмы для школьников, скидки, отдельные программы. Дальше. В Зиманово ДНГ, это мы уже сами делали. Кто был, вход бесплатный, шашлыки, то есть все. Самый большой каток в Украине, 4000 метров. 600 тысяч посетило нас за 50 дней. Дальше. В ДНХ Тек отдельная история, сейчас это называется «Радар Тек». У кого вдруг есть стартап и кто хочет заработать деньги в Украине вместе с самым большим оператором в стране, с Киевстаром, мы даем такую возможность. Можно у нас пройти акселерационную программу, поучиться, бесплатно кушать, бесплатно жить. Мы не берем долю в стартапе и заставляем еще Киевстар подписать с вами договор и зарабатывать по revenue sharing модели. Все это правда. Вот тут сразу налево находится наш импровизированный киоск в виде забора такого, вот там можно все обсудить, решить. Дальше. Что дальше? Вот мы идем к Unit City. Друзья мои, когда мы написали большой концепт на развитие всего ВДНХ на 40 лет, оказалось, что в действующем законодательном поле реализовать это невозможно. ВДНХ можно либо украсть, либо ждать, пока поменяются законы. Так как мы слишком молодые, чтобы ждать, а красть мы не хотим, естественно, то мы поняли, что мы начнем реализовывать наши планы, наработки и в целом помогать государству не на государственной собственности, а на частной. Поэтому не случайно я сегодня в футболке Unit City, друзья мои, единственная футболка, обратите внимание, нашел вчера у себя. Значит, это огромный инновационный центр,
в центре Киева, 25 гектар, бывший мотозавод, который не занимается производством мотоциклов уже 10 лет. На его месте мы строим, как бы так сказать, начальный уровень Силиконовой долины минус 50 лет. Вот так вот. Так, чтобы не говорить громко, знаете, эй, нам еще расти и расти, плюс нам нужно, чтобы у нас появились внезапно такие люди, как Стэнфорд, вдруг у нас должен появиться такой орган государственный, как Пентагон, который будет давать на это все деньги, и после этого, возможно, через 50 лет появится Силиконовая долина, а вот пока мы строим Юнит-Сити, на его месте даем возможность созидать, работать, учиться и жить. Все это у нас, приходите в гости, периодически проводятся туры туда, сейчас буду рассказывать детально, смотрим. Опять руины мы приехали, это было прекрасно, друзья мои. Левый кубик, который вы видите, вот это вот красивое здание, оно построено по технологии экологической, такой же, как американское посольство. Если вдруг вам интересно, вот все эти технологии, будьте здоровы, инвестированы сюда. Он открывается у нас в июле, в него заедут резиденты жить, работать, и так далее, и созидать в сентябре. Идемте дальше. Уникальная среда, которая стимулирует рост бизнеса, быстрый и качественный. То есть мы на самом деле, кроме того, что мы построим что-то, кроме того, что мы это озеленим, сделаем безопасным и интересным, мы привлечем туда инвестиции правильно, а также создадим некую экосистему, которая будет состоять из вас в первую очередь. Мы попытаемся собрать лучших из вас к нам, дать им такие, вам, такие возможности для того, чтобы вам было у нас комфортно работать. Плюс мы будем делать определенные мероприятия и давать часть сервисов. И после этого должна произойти волшебство и заработать экосистема. В принципе, то же самое, что работает в любом подобном заведении в мире. Идемте дальше. Суть парка. Ключевое – это среда для развития. Вот этим мы и занимаемся. Дальше. Сложный слайд. Дальше. Миссия инновационного парка – создание, я смотрю еще по времени, создание среды, для работы, жизни, творчества, места для развития технологических компаний. Но сразу забегу наперед, не только технологические компании нам интересны, все, что называется креативной экономикой, а туда входят даже рестораны, хореография, арт, кино, продакшн классический. Это все к нам. У нас вам будет хорошо, комфортно, безопасно и вкусно. Идемте дальше. Город в городе, огромная территория. Вот тут где-то Карандаш находится, вот тут находится Кимо. Вот это все приблизительно 500 000 квадратных метров и 30 тысяч людей, которые ежедневно приходят туда на работу. И еще столько же к ним приходят в гости. И 1015 там будет жить еще. Там будет небольшой жилой комплекс. Идемте дальше. План развития. Значит, что мы имеем на сегодня? На сегодня у нас уже есть школа, она же институт, школа 42, бесплатная для талантливых украинских студентов. Мы получили 15 тысяч заявок, отобрали 300 студентов, дали им возможность бесплатно учиться по самой совершенной технологии для будущих IT-специалистов в мире. Такая школа только недавно открылась в Силиконовой долине, до этого была во Франции и в Румынии. У нас получается третья. У нас уже открыт residential комплекс для вот этих стартапов. У нас есть спортзал, у нас есть кафе, у нас есть парковка. И до конца года откроется 30 тысяч метров. Идемте дальше. Вот так это будет все выглядеть. Event Space не открылся 24 мая, что вы понимали, потому что не успели сделать что-то по IT. Сапожник без сапог. Я признаю честно, можем профукать. Да? В ноябре мы открываем B4. P2, P3, ничего вам не говорит, мне тоже. Листаем дальше. Вот так, чтобы вы понимали, как это было. А на самом деле вот так выглядит полстраны у нас. Вот я сейчас езжу по разным таким зонам, вот это так выглядит полстраны. Листаем. Вот так это было и кое-где еще есть у нас на территории, к сожалению. Листаем. А вот это сейчас. И это правда, можно приехать посмотреть, вход свободный. Листаем. Вот это уже все работает. Листаем. Вот это все уже правда, листаем. Вот это будет, и вы увидите это до конца года. Самому не верится, но стройка идет очень динамично. Дальше. Радартек. Так, у меня осталось 6 минут для вопросов, друзья мои, и параллельно расскажу про Радартек. Кто созрел?
Спасибо большое, друзья. Отлично, у меня есть моя поклонница, одна из журналистов, она спрашивает про музей монументальной пропаганды. Это один из наших проектов, который на ВДНХ будет открыт торжественно 7 ноября 2017 года на столетие Великого Октября, друзья мои, аплодисменты. Так вот, на столетие Великого Октября в нашей стране наконец-то закроется гештальт по декоммунизации, и мы прекратим здесь страдать херней, переименовывать улицы, свалить памятники, что там еще делают, это все чушь. Это все происходит. Мы поставим в одном месте всех злых людей, которые были, расскажем, почему они злые, почему это не должно повториться. Каждый сможет прийти, посмотреть, плюнуть в лицо чёрсу, если надо. Мы его специально сделаем низким, чтобы можно было ему плюнуть в лицо. Кто захочет, будет ему поклоняться, это уже будет шанс такое это сделать. Отдельная территория для аналитики, для встреч. И все это на ВДНХ, естественно, опять же, без копейки государственных и коммунальных денег. Мы собираем деньги среди людей, которым эта тема не безразлична, торжественно тратим их, даем репорт от Deloitte, чтобы все увидели, что они потрачены красиво, и движемся дальше. Вот такой еще проект, его нет в презентации. Еще вопрос. Не стесняйтесь. Вот там. Ага, сейчас. Что-то надо длиннее ноги у девочки, которая бегает. Добрий день. Вітання. Можна детальніше про ту школу номер 42? Так. Як туди потрапити, що там вивчають? Кстати, зараз хороший вопрос. Зараз йде набор в эту школу. Можна запросто туди попасти, якщо ти пройдеш конкурс 1 к 50 всього лиш. Всем хочется получить крутое образование. Если вам от 18 до 30 лет, я рекомендую подаваться. Мне уже поздно. А, я старый, Б, тупой. Мне даже и тесты не показали, чтобы меня не обидеть. Ну, типа управляющий партнер, знаете, не хочется как-то показать, что вы не в состоянии поступить в нашу школу. Ну, и действительно, я не в состоянии, поэтому я рекомендую всем, кому есть 18-30, у кого есть внутри желание показать себя и учиться по 12 часов в сутки. Пожалуйста, добро пожаловать, бесплатно, все может быть. Да. Динамичнее. Чернышов читает проекты, которые подаются на Радартек? Да. Я вам скажу, что Чернышов лично принимает участие в отборе участников, начиная с полуфинала. А можно листнуть? Значит, для чего вообще ВДНХ-Тек? Еще. Вот смотрите. Мы получили в прошлом году 120 заявок, 11 команд резидентов-акселератора попало в программу, 4 уже заключили контракт с Киевстаром. Ну вот скажите, какая компания в Украине может зарабатывать, скажем, вот Костя мне не даст соврать, сидит тут, там миллион долларов в год легально, небольшая IT-компания. Не на Америку, не аутсорсинг, а создавая собственный продукт и зарабатывая в Украине. Таких компаний, таких проектов нет. У нас тот проект вместе с нашим партнером, который таким компаниям эту возможность дает. Поэтому если вы думаете подаваться на Радартек или не подаваться, подавайтесь, это бесплатно и не больно. Дальше. Чернышов лично смотрит, правильно? Доброго дня, дякую за лекцию. Запитання. Unit City – це альтернатива Bionic Hill, чи в планах Bionic Hill все-таки залишиться? Інвестор один? Это абсолютно разные проекты. Bionic Hill на сегодняшний день заморожен. На сегодняшний день развивается Unit City. Нам бы, як це… Цього Вовка з'їсти, знаєте, 25 гектар, полмільйона квадратних метрів – це дуже серйозний проєкт на 10 лет. От ми займаємося його розвитком. Цього достатньо на сьогоднішній день в Україні, в Києві точно. Далі. Ще є пару питань. Що-що? Так, а Радартек? Значит, смотрите, на сегодняшний день подписан договор с Вирбоксом, с Новокидс, Гравитек и НКАС в стадии переговоров, но сидит Костя, который подтверждает, что вроде бы с Гравитеком уже все хорошо. Листаем дальше. Значит, конкурсная программа, ориентируемая на поиск, акселерацию, интеграцию инновационных технологий в сфере телекоммуникации и связи. Образно говоря, мы даем мини-MBA для стартапа, у которого есть какой-то прототип, а дальше… Правдами, неправдами просим Киевстар подписать с ним контракт и публично об этом рассказываем. Мы не берем себе долю, долю не берет себе Киевстар. Вы единственное, что с Киевстаром зарабатываете по той модели revenue sharing, которой договоритесь. Все.
Это то же самое, что делает в долине Y-комбинатор или 500 стартапов. Только они забирают долю у вас, 10%, мы не берем долю. Вот это наша ключевая разница. Ну, потому что в Украине и так стартапов немного. Если мы у них еще долю заберем, у них будет совсем все грустно. Поэтому наша задача тем самым популяризировать стартап-движение, развивать инновационные технологии и двигать целиком экономику страны вперед. Дальше можно листнуть? А, до 18 июня мы можем получать заявку. Рекомендую подаваться раньше. Чем раньше подадитесь, тем более детальнее мы сможем изучить. И лично Петр Чернышов ночами будет перелистывать ваши заявки. И скупая слеза президента Киевстара будет роняться на ваши бумажки формата А4. Если нет больше вопросов, друзья мои, я вам очень благодарен. Берегите себя, до встречи.